Большой привет, меня зовут Марина. Сегодня очередной обзор покупок, новинок с таких маркетплейсов, как Wildberries и Озон. С Озон будет всего лишь одна покупка. Первое мое приобретение, которое вот так прекрасно упаковано. Я думаю, нужно каждой хозяйке. Это фартук кухонный. И как видите, который можно приобрести не только себе, но опять и на подарок. И цена у него просто замечательно низкая. Эти фартушки идут с Казахстана, так как мы знаем, у нас же теперь нет этого бренда. В описании мы находим 100% полиэстер, новогодний фартук Coca-Cola. Ну, мне кажется, на подарок как новогодний он замечательно подойдет. Ну и можно пользоваться не только новогодние праздники, а в течение года. Мне понравился фартук, он замечательно весь так прошит аккуратненько. Большой, подходит на любой размер по фигуре. На 56 подойдет, и на 54, и мужчинам, и парням, и женщинам, и девушкам. Он не помещается даже в кадр, потому что он широкий, длинненький, и, в общем, хороший объем у него. Вот такой рисунок, видите, в виде новогоднего шарика. Поэтому на Новый год обратите внимание, всегда всем такие подарки понравятся. Вот, актуальные любой хозяйке. Да даже мужчине можете подарить такой на Новый год, вложить подарочек, презент. Замечательно. Размеры у них достаточно большие, не маленькие. Так, у нас здесь вот такая пластиковая есть ремешок. И мы можем регулировать высоту, пожалуйста, какая вам удобна. Это очень удобно. Хорошие, крепкие мы видим завязки, которые достаточно длинные и, опять же, на полного человека тоже подойдут. Вот мы можем видеть данные этого фартука. Видите, Казахстан. Поэтому и будет идти вам не за 3-4 дня, ну, недельку-две можно подождать. Знаете, оно того стоит. Фартук я приобрела, конечно, себе в первую очередь. Ткань плотная, что мне очень нравится. Посмотрите, швы вполне хорошие. Ничего кривого на моем фартуке я не заметила. Плотный, я думаю, что он будет непромокаемый. То, что нужно. Ну, мы видим удобный ремешок. В общем, классный, всем рекомендую. Плотный и непромокаемый. Я им, правда, не пользовалась, но у меня предчувствие, что он не будет промокать. В одном из влоговых видео я показывала, что приобрела стаканы Coca-Cola. На Wildberries они очень дорогие, там цена очень завышена. Больше 1000 рублей 6 штук. Я хотела заказать, передумала. И нашла их в другом месте за копейки. Но это у меня во влоговых видео я показывала. И стаканчиками пользуемся Coca-Cola. Оригинальные, классные. Теперь у меня к ним фартук есть. Цена на него сейчас еще упала, я покупала за 216 рублей, сейчас 201 рубль, просто сказка. Следующее мое приобретение, вот такой шикарный чай. В очень красивом оформлении. Такой вкусный чай бренда Нуриев. Прекрасный набор чая я заказала на Озон, только из-за того, что он выходит там дешевле, нежели на Wildberries с Озон картой. Но я думаю, все знают, что Озон карта достаточно выгодно ее использовать на Озоне. Хорошие скидочки она дает и всякие там баллы. Пришел за дня 3 мне, поэтому я довольна. Упаковано все просто замечательно. Как видите, коробка в коробке, ничего не битое, не мятое. Отлично выглядит не только для себя, но и на подарок. Этот чай, конечно, для меня, для моей семьи. Это у нас комплект от бренда Нуриев. В комплектации бренда Нуриев представлен премиальный набор чая торговой марки Alibaba и 6 видов. В упаковке еще хочу заметить, что очень плотно стоят баночки, поэтому безопасно. Здесь все переложено картоном. Ну, молодцы. Хороший подход, правильный. Сейчас это все как раз таки удалю. Кстати, перед нами открывается прекрасная удобная полочка для баночек, которая просто отлично выполнена и красиво. Посмотрите. Вообще не нашла никаких дефектов. Продавец вложила в подарок вот такие мампасия. Аппетитные и ароматные. Стеклянные баночки. Это у нас осенний пейзаж. Удобная форма, очень мне понравилась. Именно квадратные, что они не круглые. Все прекрасно работает. Осенний пейзаж. Ну, обалденно пахнет.
Очень вкусно пахнет осенний пейзаж. Следующий идет также мой один из любимых зеленых чаев. Молочный улун. Обалденно сливочный аромат. Сливочно-зеленый такой. Обожаю молочный улун. Также мы видим еще одну красоту в банке. Посмотрите, какой сбор. Это у нас таежный сбор. Он тоже очень вкусно пахнет. Немного мятно такое впечатление. Здесь крыжовничек я вижу. Далее чай с чабрецом. Пахнет черным чаем с чабрецом. Чай Алибаба, который я заварила. Обалденный аромат. И сухофруктов. Сладковатый такой, прелесть. Ну и очень популярная также пьяная вишня. Есть легкий аромат черного чая и вишенки. Такой сушеный чай крокоде. Оставляющая чай вы можете увидеть в этой вложенной открыточке. Здесь три вида зеленых чая и три вида черных с дополнениями. В каждой баночке находится 50 грамм чая. Лепестки цветов, кусочки фруктов и ягод делают напиток необычайно красивым и аппетитным. Нам с мужем он очень понравился. Мы уже чайку попили, как вы видите. Как всегда, все ссылки оставляю в инфобоксе и в закрепленных комментариях. Обращайте внимание. Чай мы уже попробовали, специи не успели, поэтому при вас сейчас открою их. Тот же самый производитель Нуриев. Такая же красивая, не знаю, очень мне нравится упаковка, подставочка. Также под стеклянные баночки. 16 специй. Причем самые необходимые вкусы. Мне кажется, очень удобное оформление для хозяйки, не только для подарка. Тыльная сторона, все приходит хорошо упакованное в слюде, я вам все показываю. Подставки из фанеры достаточно крепкие. И мне нравится, что они именно такого цвета, венге. Красиво и благородно, потому что разные подставки бывают, и достаточно не все красивые на самом деле, и не все стильно смотрятся. Эти смотрятся красиво и стильно, ну, современно. Удобные баночки с пластиковой крышкой, то есть они многоразовые. Так же, как и чайный набор, опустошили баночку, засыпали новые специи. То есть шикарные многоразовые наборы. Специи для картофеля, свинины, чеснок сушеный, для плова, фарша. Для рыбы и курицы. Далее специи для гриля. Да, есть куркума, перец черный, перец красный. Мексиканская смесь, прованские травы. Сладкая паприка и хмели сунели. Специи, конечно, очень ароматно пахнут и аппетитно. Специи не содержат ГМО, соль, глутамат, красители, ароматизаторы и усилители вкуса. И как заявляет сам производитель, что специи и приправы Нуриев состоят исключительно из натуральных пряностей и трав. И я думаю, вы согласитесь, что это прекрасный подарок любой хозяйке и хозяину дома. Это оформление баночек прекрасно подходит для дизайна вашей кухни. Не украшает кухню. Ну а далее мне очень понравился вот такой пилинг для лица с миндальной кислотой от Ювинион Classic. Ранее показывала вам крем для лица, увлажнение, питание золотом от этого бренда. Очень нравится, сейчас с удовольствием пользуюсь. Действительно, кожа прям, знаете, так это хорошо выглядит. Пилингом я уже успела воспользоваться ровно 2 раза за неделю. В принципе, 2 раза в неделю и можно им пользоваться. Он более безопасен и очень мягок в действии.
И как заявляет производитель, что миндальный пилинг – это самый нежный пилинг из всех пилингов. Он эффективно отшелушивает верхний слой кожи и идет на основе миндальной кислоты. Подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Также в составе есть и азелаиновая кислота. Далее в составе присутствует такое название, как растительный экстракт Пелла мукороссия. Надеюсь, я правильно говорю. Это экстракт мыльных орехов. Флакон стеклянный, со стеклянной пипеткой. В принципе, удобно пользоваться. Объем 30 мл, хватит надолго. Консистенция приятная и, знаете, ощущение, как будто бы маслянистая слегка. Смывается очень даже хорошо с кожи. На коже ощущается очень приятно, не щипит, не жжет. У меня лицо не краснело. Производитель рекомендует все же капельку нанести на внутренний изгиб локтя. Но на аллергическую реакцию надо проверить. Кожа после этого средства очень гладкая, мягкая и нежная. Далее, моя повторная покупка. Вот такие майки мужские. 100% хлопок, в наборе 3 штуки. Это у нас Туркменистан делает. В этот раз не буду распаковывать, показывала в прошлом видео. 3 штучки, как видим. Размеры. Один размер остался у продавца. Ну, они так хорошо тянутся, длинненькие. В общем, удобный, комфортный. Мой муж сказал, еще надо. В общем, параметры тоже в прошлом видео писала вам, если надо. Стирала, не садятся. В общем, идеально сидят по фигуре. Красиво для молодежи подходят. Очень нравится. Поэтому и заказала. И цена вообще просто шикарная. Там около 200 рублей 3 штуки. Это красота просто. Кстати, надо проверить, все ли 3 штуки в наличии. А вдруг тут не хватает. А вот как видите, упаковано все прекрасно. Аккуратненько. Ну, должно быть все 3 штуки, я думаю. Напишу параметры мужа тут либо на экране, либо в инфобоксе. Проходите под видео, найдете. Так, так, все 3 штуки есть. Все есть. Одна, вторая и вот третья. И как видим, видите, такая жаточка. Тянутся просто отлично, классно, длинненькие. Мой муж прям довольный. Наконец-таки нормальные майки наши. В наших магазинах нормальных майк просто днем с огнем не найдешь. В общем, отличные маечки. Параметры напишу вам. Под видео смотрите. Или здесь на экране, не поленюсь, вам напишу. На размер. Они прекрасно на 54 подходят. В общем, рост на 184. В общем, нормально. Супругу понадобились вот такие штуки. Может быть, и даже не только мужчинам, возможно, и женщинам подойдут. Кто-то, кто ходит в зал, тренируется, либо какие-то тяжести носит. В общем, напульсники 2 штуки. Отличная была цена. Не знаю, сейчас есть наличие или нет. В принципе, все, что я вам показываю, на данный момент все есть. Тоже цена была отличная. Там что-то меньше 400 рублей за пару. Если нет, если закончились, отслеживайте. Вот так в мешочке все приходят. Не знаю, какие цены в спортмастере в том же самом. Я думаю, там будет дороже. Вот. Так, один напульсик. И второй. В таком мешочке удобно носить с собой. А, здесь просят 5 звезд поставить, видимо. Неважно, с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться. Тут даже отсканируй меня, есть видео тренировки. Кстати, кто тренируется, такие маечки тоже подойдут. Прекрасно. Я имею в виду не на тренировке, а вообще очень на спортивном теле красиво смотрятся маечки. Да и не только на спортивном. Вот эти. Понравилась мне их форма. Так, значит, ну напульсники. Мне понравились, достаточно качественные. Ага, вот что я заметила. Шов, видите, не совпадает, не прошито. Ну ладно, надеюсь, это тут мелочь. Ладно. Так, в общем, вот такая тема у нас, кому интересно. Все так выглядит. Хорошая пластиковая липучка. В общем, плотненький, симпатичный. Муж померил, ему понравились. Говорит, классные. Отзывы есть, в отзывах всю информацию, конечно, прочитайте. Эта тема вот у нас тянется на палец, одевается. Они тянутся сами по себе. Так. И я думаю, что подойдут на любую руку. Мне кажется, они такие универсальные. Да, здесь уже, видите, прошито. Видите, как липнет отлично, хорошо.
Кстати, можно найти пометочки левая, правая рука. Видите, буквы на каждой есть. В общем, на руке выглядит как-то вот так. Но я не знаю, возможно, я неправильно делала, не знаю. Ну, знаете, прям такие надежные, крепкие. И прям подтягивают сухожилия, сустав прям держат. Мне прям понравились, классные. Ну, это я не себе взяла. Кстати, сыновьям, кому надо подарок, будет отличная штука. И, конечно, ловите выгодные цены, как всегда. Добавляйте себе в корзину товар, отслеживайте движение цены и покупайте выгодно для себя. Я всегда так и делаю. В общем, да. Все ссылки на товар вы найдете в инфобоксе. Поэтому, конечно же, проходите, смотрите. Цены отслеживайте. А я вам желаю хороших, качественных и недорогих покупок и прекрасного весеннего настроения. Всем пока!